Арктика. Середина лета 1901 года. Команда под руководством адмирала Степана Макарова на ледоколе «Ермак» идет по Баренцеву морю к новой земле. Неожиданно ледовая обстановка на маршруте серьезно ухудшается. Свободной воды почти нет, это не свойственно для июля. Ледокол буквально попадает в тиски. Чтобы выбраться, команда прилагает титанические усилия, но это приводит лишь к перерасходу угля. Адмирал Степан Макаров понимает, что поднявшиеся ветра лишь сильнее сжимают лед и начинает опасаться, что выбраться самостоятельно не удастся. Команда ожидает худшего, сокращает пайки, готовит группу добровольцев на случай, если придется идти за помощью к местным немцам. Но вдруг ледовая обстановка меняется. В начале августа ветер начал разгонять льды, и Ермак дает полный вперед. Из-за нехватки топлива ледокол уже не пошел в устье Енисея. Макаров отдает приказ взять курс на малоизученную землю Франца Иосифа. Экспедиция завершается, не выполнив поставленных изначально задач. И в тот момент кажется, что в проекте освоения Северного морского пути с помощью ледоколов поставлена точка. И сейчас нам Арктика преподносит большие сюрпризы иногда в экспедициях или в море, несмотря на современную технику. А тогда это было такое совсем белое пятно на карте. Но при этом было понимание, что потенциально это чрезвычайно важный вот район. Макаров говорил о том, что Северный морской путь возможно использовать для того, чтобы проводить корабли на Дальний Восток. Это была только идея, потому что ни баз, ни ледокольных судов, которые позволят нам это делать, да и, собственно говоря, моря вдоль Северного морского пути были практически не исследованы. Несмотря на неудачу в высоких широтах, адмирал Макаров и правда остался героем. Любую трудность в своей жизни он всегда воспринимал как вызов для самого себя. Страсть к изучению неизведанного и желание преодолевать преграды – вот главные черты его характера. До революции офицерский корпус российского военного флота был весьма закрытой кастой. Офицерами становились либо потомственные военные моряки, либо дворяне. Степан Макаров критерию отвечал лишь формально. На момент его рождения его отец уже полгода носил эполеты прапорщика по морской части. А вот дворянином не был. Чин был слишком скромным и потомственного дворянства не давал. Офицерское звание Степану Макарову не могли дать и по окончании Николаевского штурманского училища. Курсант Макаров успешно сдал выпускные экзамены и отправился служить на свой первый корабль – парусно-винтовой корвет «Варяг». Тем временем местное флотское начальство подало ходатайство о производстве Степана Макарова в гардемарины. В Петербурге с ответом тянули, взвешивая неоднозначные факты и принимая во внимание, что дворянином Макаров все же не был. И тут в судьбу Степана Макарова вмешался случай. Ходатайство дошло до императора Александра II. Император написал «быть посему», и таким образом Макаров получил чин гардемарина, промежуточный между старшим кадетом морского корпуса, то есть учреждение, которое готовило строевых офицеров, и уже первым флотским чином мичмана. Таким образом, благодаря, возможно, невнимательности императора Александра II, впервые Макарову повезло. В дальнейшем его часто будут называть выскочкой в этом отношении. Могу вам сказать, что многие, например, титулованные роды Российской империи, многие, например, грузинские князья, некоторые князья из других регионов, не имели гербов. Это было долго, это было дорого. Макаров выбил себе герб. К моменту получения нового звания у Макарова уже был огромный практический опыт мореплавания. За годы учебы он побывал на Сахалине, во Владивостоке, Новоархангельске, сходил к берегам еще российской тогда Аляски, в Японию и Калифорнию. Сразу после училища Макаров обошел мыс Доброй Надежды, побывал на Балтике, в Плимуте, Рио-де-Жанейро и значительно расширил свои познания в географии. Вернувшись из плавания по Атлантике, гардемарин Макаров получил звание мичмана. Молодого офицера очень интересовало, как сделать судно непотопляемым. На профессиональном языке это называется «борьба за живучесть корабля».
В первом же плавании Макарова в качестве мичмана корабль-броненосец береговой обороны «Русалка» передней частью правого борта ударился о подводный камень. Командир принял единственное возможное в той ситуации решение – посадить корабль на мель и заделать пробоину с помощью водолазов. По тем временам это был довольно инновационный метод починки судна. Как правило, в случае аварии прибегали к любым подручным средствам. Ну, например, могли взять мешок с мукой, положить его на пробоину, мука постепенно затвердеет, вот, пожалуйста. Могли использовать наиболее древний способ, это если у корабля нет какого-то дополнительного борта, дополнительного днища, берут самого толстого матроса и сажают его на... Он опирается ногами. Таким образом предохраняют. Это совершенно пещерный способ, но он тоже использовался. Макаров предложил использовать то, что было. То есть просмоленный парус, толстая парусина, который прикрепляется с помощью каркасика небольшого снаружи. После этого корабль может идти какое-то время, ну и до того момента, пока он войдет в сухой док, и его начнут ремонтировать. Такую заплатку назвали «пластырь Макарова». Он до сих пор есть в аварийном наборе даже современных кораблей. Много места в свернутом виде пластырь не занимает. Еще один способ сделать корабль более живучим – перегородить его на отсеке водонепроницаемыми переборками и провести в трюмах специальные водоотливные трубы, снабженные мощными помпами. Это тоже идея Степана Макарова. Своими мыслями он поделился с адмиралом Андреем Александровичем Поповым. Однако Макарову не повезло. Он не попал в настроение этого талантливого, знающего, но вспыльчивого и порой доходящего до самодурства человека. Попов нашел технические решения Макарова незрелыми. К счастью, были в это время на Балтике адмиралы с другим характером. Пожалуй, покровителем Макарова можно назвать Бутакова. Григорий Иванович организовал первую в России военно-морскую минную лабораторию и стоял у истоков создания отдельной минной службы на флоте. Именно он настоял на серийной постройке броненосцев, и именно он оценил Макарова и стал его продвигать. Бутаков предложил Макарову представить свои идеи на заседании морского технического комитета. Выступление прошло удачно. Все предложения Макарова в морском министерстве приняли и дали добро на внедрение. А сам Степан Осипович был произведен в лейтенанты и получил солидную премию. Повышением живучести и непотопляемости кораблей Степан Осипович занимался всю свою жизнь. Однако никогда не забывал, что главная задача военного моряка – нанести поражение противнику. У Макарова был целый комплекс идей по ведению минной войны, и в министерстве одобрили создание под Макаровский проект своеобразной полевой лаборатории. В декабре 1876 года лейтенант Макаров принял под свое командование вооруженный пароход «Великий князь Константин», названный в честь дяди императора генерал-адмирала Константина Николаевича Романова. Судно построили во Франции 20 годами ранее, и предназначалось оно для Русского общества пароходства и торговли, сокращенно РОППИТ. В середине 19 века эта компания стала базой для возрождения российского Черноморского флота. Во время бесславной Крымской войны практически все его суда были утрачены. По условиям мирного договора иметь военные корабли на Черном море Россия не могла. Турция тоже. Но она могла держать свои корабли неподалеку, за проливами. И в случае новой войны они оказывались в Черном море через сутки другие. Вот тогда-то и появилась торгово-пассажирская компания двойного назначения. Помимо видимой части ее деятельности, стояли задачи сохранить и поддерживать в состоянии боеготовности экипажи, порты, ремонтную инфраструктуру, а также легализовать в регионе корабли, которые при необходимости можно было бы быстро трансформировать в боевые.
Почему разрешили России иметь эти суда? И они строились в основном в Великобритании, поскольку в тот период времени была мощная судостроительная держава. И она была заинтересована в том, чтобы уголь доставлялся в Россию. И они получали, компании получали от этого доходы. Один из таких кораблей был переоборудован в миноносец. Макаров придумал, что на этом корабле размещались катера, которые способны были нести мины. А потом, когда были закуплены уже самодвижущиеся мины, они его использовали. И впервые в истории Макаров применил эти самодвижущие мины против турецких кораблей. Успешно применил. Они впоследствии получили название торпеды. Идея самодвижущегося морского снаряда появилась еще в 15 веке. Первые образцы создал англичанин Роберт Уайтхед всего за 10 лет до того, как Степан Макаров принял командование Константином. Торпеды стоили безумных денег на тот момент. Каждая была штучным товаром. Каждую делали чуть ли не вручную отдельно на заводе Уайтхеда в Австрии. Макарову, можно сказать, даже со скандалом были выданы несколько, по-моему, 2 или 3 торпеды Уайтхеда. Радиус действия этих торпед был очень небольшой, это было всего несколько сотен метров, скорость тоже низкая. Торпедного аппарата еще не придумали. Поэтому торпеду сбрасывали со специального плотика. Заводили ее моторы на сжатом воздухе на тот момент, сбрасывали в воду и буквально вручную направляли в сторону неприятельского корабля. Макаров – автор первой успешной атаки. Безуспешные атаки были до него еще. Это первая успешная атака торпедным оружием. Помимо торпед, катера были оснащены буксируемыми минами. Макаров и его офицеры модернизировали конструкцию британского изобретателя Гарвия, и в результате получились мины-крылатки. Называли их так из-за специальных крыльев, которые отводили снаряды от бортов катера-буксира, что делало их применение более опасным для противника и менее опасным для своих. Однако торпеды в начавшейся вскоре русско-турецкой войне оказались гораздо эффективнее. Подойдя к сторожевому судну и определив, что оно военное, приблизительно от 1000–1500 тонн, я дал самый малый ход и с расстояния 40–30 саженей выстрелил миную Уайтхеда. В то же время и лейтенант Шишинский пустил свою мину. Последовавшие 2 одновременно взрыва в правый борт, мой по направлению грот-мачты, а Шишинского правее, подняли высокий и широкий черный столб воды в пол мачты. Послышался страшный треск, и пароход, накренившись на правую сторону, через минуту совершенно скрылся под водою. За отважные и успешные действия, испытания в бою нового оружия и разработку тактики его применения Степану Осиповичу дали не одну награду. Он получил позолоченную саблю с надписью «За храбрость» и орден Святого Георгия 4-й степени. Стал капитан-лейтенантом, а через 4 месяца – капитаном 2-го ранга. После окончания русско-турецкой войны Макарову предстояло возглавить новейший корвет «Витязь». Степан Осипович не просто принял корабль у строителей, но и активно участвовал в создании этого судна. На личные деньги закупил средства, которые для исследования моря. И они провели исследования, и в частности в Тихом океане, где впоследствии пригодилось для военных целей, где исследовали острова, где можно было ставить корабли, где можно было устанавливать береговые установки. Это очень серьезная экспедиция, которая послужила началом таких глобальных исследований. До этого глобальных исследований мирового океана практически никто не делал. Сохранилось огромное количество фотографий, когда офицеры вместе с матросами проводят исследования глубин, проводят гидрографическую съемку. Значительная часть территории российского Дальнего Востока на тот момент была очень мало изучена. Макаров оставил достаточно много писем и заметок о том, как, например, изучали быт на Тихом океане. Например, как он определял в письме жене, кто из благородного сословия на островах из туземцев, кто нет. Если человек намазан пальмовым маслом, его сажают на парус. Если человек намазан помадой, женщина намазана помадой, а не пальмовым маслом, значит, скорее всего, это из высокопоставленных лиц, значит, надо оказывать некий почет и усадить даже за стол.
Полгода длилось путешествие, в ходе которого Витязь пересек два океана – Атлантический и Тихий, пройдя от Кронштадта до японской Йокогамы. За это время был выполнен колоссальный объем научных работ, несмотря на то, что «Витязь» был военным судном и средств на исследование команде не выделялось. Плавание отслеживали направление и скорость морских течений и ветров, плотность воды замеряли с помощью ареометра, атмосферное давление – барометром. Регулярно получали данные и о температуре воздуха и воды, брали пробы грунта. Все тщательно систематизировали, заносили в таблицы и строили графики. Степан Осипович позже говорил, изучение окружающей стихии не только не вредит военному назначению судов, но отрывает людей от рутины судовой жизни. Вернувшись из экспедиции, Макаров написал научную работу «Витязь и Тихий океан». В те времена любая научная экспедиция, тем более вот такого кругосветного масштаба, она была первопроходческой. Каждая цифра, каждое наблюдение, каждое описание, каждая зарисовка – это были уникальные данные. И Макаров к этому причастен. Он был человек, который первым в России применил то, что сейчас называется батометр. Батометр, чтобы было понятно, это русское название для устройства, которое позволяет отбирать пробы воды не только с поверхности, но и с заданной глубины. Вы не можете просто опустить туда ведро на веревке и потом поднять, потому что пока вы будете поднимать, та вода, которая была на глубине, она вытечет оттуда, и на смену ей придет вода поверхностная. Значит, вам нужен прибор, который бы как бы закрывался на нужной глубине, и вот этот образец вам доставлял. И вот именно Степан Осипович Макаров был человеком, который изготовил и разработал первый российский батометр. Вот, например, им опубликована замечательная статья о водообмене между Черным и Средиземным морями. За счет того, что вот он делал измерения в проливе Босфор и убедился, что вода там двухслойная. Там как бы в верхнем слое более пресная черноморская вода вытекает, зато в придонном слое более тяжелая, более соленая средиземноморская вода течет в обратную сторону. Из кругосветного путешествия, а домой шли через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное море, экипаж «Витязя» вернулся в высшей степени слаженным. И уже 1 января 1890 года Степан Осипович был произведен в контр-адмиралы. Макаров сразу же начал и новые научные проекты. Степан Осипович давно рассуждал о возможности похода к Северному полюсу. Идею судна, специально подготовленного к плаванию в условиях тяжелых льдов, Степан Осипович впервые высказал еще в 1892 году, однако ему с его дотошностью и склонностью все проверять и перепроверять потребовалось 5 лет, чтобы подготовить научное обоснование. Его интересовал Северный морской путь как возможность прохода, безопасного прохода не вокруг Европы, а севером. Другое дело, что, конечно, технически на тот момент это было осуществить практически невозможно. Во-первых, полностью отсутствовали базы вдоль Северного морского пути. Между, скажем так, Архангельском на Белом море, Мурманска-то еще нет, ничего нет, есть только Архангельск. До, пожалуй, Петропавловска-Камчатского, говоря о нем, как и судоремонтной базе, может только с грустью вздохнуть, потому что там ничего не было. То есть от Архангельска до Владивостока у нас с вами военно-морских баз и вообще баз нет. Степан Осипович, при всех прочих равных, как и положено увлеченному человеку, был все-таки, не скрою, значительной долей авантюристом. В 1897 году Макаров отправил морскому министру, он тогда назывался управляющим морским министерством, первую записку, в которой предложил взяться за освоение Северного морского пути и исследование Арктики. Степан Осипович подчеркивал, для реализации идеи нужны особенные суда. Полагаю, что при содействии ледокола можно открыть правильные товарные рейсы с рекой Енисей, заставляя грузовые пароходы следовать за ледоколом. Полагаю, что содержание большого ледокола на Ледовитом океане может иметь и стратегическое значение, дав возможность нам при нужде передвинуть флот в Тихий океан кратчайшим и безопаснейшим в военном отношении путем.
Ответ был неутешительным. Военно-морскому флоту проект не интересен, денег нет. Добиться внимания к ледоколу, а затем и финансирования, помог Дмитрий Иванович Менделеев, имевший связи среди сильных мира сего. Менделеев свел Макарова с министром финансов графом Витте. В один час был у министра финансов Сергея Юльевича Витте. Он выслушал мой доклад и решил, что надо построить большой ледокол, который испробовать в Карском море. Если этот ледокол оправдает мои предположения, то тогда можно должным образом обставить плавание на Енисей и Обь. По его мнению, надо торопиться так, чтобы летом испытать. Деньги имеются. Витте сдержал слово. В ноябре 1897 года правительство выделило средства на ледокол, и комиссия во главе с Макаровым приступила к разработке технического задания. В том же году объявили конкурс на постройку судна. Его выиграл завод «Армстронг» и «Витворд» в Великобритании. На основе имеющихся данных о Северном Ледовитом океане Степан Макаров заранее рассчитал, что толщина льда там варьируется от 3 до 3,7 метра. А это значит, для безостановочного движения ледокол должен был иметь мощность в 52 тысячи лошадиных сил. Это 38 мегаватт. Витте же предложил построить тестовое судно мощностью чуть больше 7 мегаватт. Это около 12 тысяч лошадиных сил. Судно достигало почти 100 метров в длину и больше 20 метров в самой широкой части. Однако, вопреки названию, ледокол не колол лед, а вылезал на него и проламывал. Ермак стал первым в мире ледоколом, способным ходить в тяжелых льдах. Практические испытания нового ледокола провели прямо на пути из английского Ньюкасла в Карнштадт. Весной 1899 года ледовая обстановка в Финском заливе была непростой. Толщина льда достигала метра. Обойдя наиболее сложный участок около острова Готланд, остальные льды Ермак преодолел легко. Ледокол с почестями встретили на главной базе Балтийского флота. Капитаном на Ермак назначили Михаила Петровича Васильева. Это был опытный моряк, ученик Макарова. В том же 1899 году Степан Осипович поднял свой адмиральский флаг на Ермаке и возглавил первую арктическую экспедицию ледокола на Шпицберген, где собирались проверить машину в условиях сурового Заполярья. Однако решение командовать экспедицией стоило Макарову дружбы с Менделеевым. Дмитрий Иванович сам собирался возглавить поход, а Макарову в его планах отводилась второстепенная роль капитана ледокола. Степан Осипович не согласился, и бывшие единомышленники поссорились. Экспедиция достигла не всех поставленных целей, но подтвердила самое важное – способность судна данной конструкции успешно преодолевать льды. Результаты смазала авария. Корабль получил пробоину, наткнувшись на торосы. Это нагромождение обломков льда. Для ремонта и небольших переделок пришлось вернуться в Ньюкасл. Несмотря на то, что лед оказался значительно сильнее, чем я мог ожидать, все же ледокол может бороться с ним. Вначале, пока не было повреждения, и мы не стеснялись давать хороший ход, ледокол шел сквозь лед бесподобно. Даже 14-футовые поля ломались под ударами Ермака. Торосы распадаются на части, и картина ломки полярного льда не поддается описанию. И все же, несмотря на первоначальный оптимизм, безоговорочное покорение высоких широт откладывалось. Макаров лучше других понимал сложности хождения северным морским путем и расстраивался из-за слишком громких и многообещающих газетных заголовков. Крест на проекте поставили обескураживающие результаты новой экспедиции летом 1901 года. Планировалось пройти мимо северной оконечности Новой Земли через Карское море к устью Енисея и обратно. В случае успеха маячило значительное увеличение оборота енисейской торговли, что было выгодно не только предпринимателям, но и государству. 16 мая Ермак вышел из Кронштадта навстречу драматическому невезению. Северный Ледовитый океан в те времена не был изучен. Потому что сейчас уже вот с 30-х годов, когда начали изучать вот, Северный Ледовитый, то было ясно, что на верхушке Земли там лед. Вот. Тогда были гипотезы Ломоносова, были гипотезы Менделеева, что там в летний период организуется открытая вода.
там, потому что течение там и так далее оттуда шли. Все оказалось банально просто, льды просто-напросто перемещаются по течению. Ермак попал в ледовый плен. И в конце июля адмирал Макаров записал в дневнике. Лед оказался с проталинами, так что я два раза проваливался, но не глубоко. Что это такое, я решительно не могу понять. 28 июля. Между тем холодно, а все ветры только сжимают лед. Какое заколдованное место. Я сильно опасаюсь, что нам не удастся выбраться отсюда. Одна из особенностей Ермака была в том, что грибной винт он имел еще и спереди. У него были грибные винты в кормовой части и грибной винт в носовой. Для чего? Дело в том, что это была идея, скопированная с ледоколов, которые ходили по великим озерам Соединенных Штатов Америки. Там лед не очень толстый, поэтому носовой винт способствовал размытию этих льдов. Но это не Арктика. Первое, что сломалось и было повреждено во время этого похода, это был носовой грибной винт. Давайте будем честны. Ермак абсолютно не был предназначен для того, чтобы дойти на нем, как декларировал Макаров, к полюсу напролом. Относительная неудача была на руку противникам дорогостоящего проекта как в морском министерстве, так и в министерстве финансов. Витте был человеком практичным и счел нецелесообразным поддерживать идею дальше. Первое. Ограничить деятельность ледокола «Ермак» проводкой судов Балтийского моря. Второе. Передать ледокол в ведение Комитета по портовым делам с освобождением вице-адмирала Макарова от лежащих на нем обязанностей по отношению к опытным плаваниям во льдах. Он же планировал не только там проходить полностью весь Северный морской путь, а, скажем, доходить там до устья Оби, до устья Енисея и решать там вопрос. В то время уже, значит, были поиски полезных ископаемых. Ну и сегодня мы видим, что эти районы там освоены, и оттуда у нас поступают и нефть, и газ. Макаров был не только военным флотоводцем, но он был и ученым, исследователем. Почему у него и продвижение так быстро, достаточно быстро? Он до адмирала, там 41 год, он стал адмиралом. Вот. В те времена это было гораздо сложнее. Он был вот, на тот период времени он был самым молодым адмиралом. Несмотря на неудачную попытку пройти новым маршрутом, дальновидность адмирала Макарова была бесспорной. Еще тогда Степан Осипович понимал, что Северный морской путь – кратчайший маршрут, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком. А сейчас маршрут обслуживают порты Арктики и крупных рек Сибири – Оби, Енисея, Лены. Сегодня по Северному морскому пути везут оборудование, полезные ископаемые, топливо и продовольствие для северного завоза. В таких поставках нуждаются 25 регионов России, где живет более 3 миллионов человек. Это, безусловно, очень важное направление. Это существенный источник мог бы быть, ну, чисто экономических преимуществ для нашей страны. Кроме того, существует проблема освоения или там рационального использования наших северных территорий, и так называемый северный завоз, и все это привязано к там, к зимникам, к сложным способам обеспечения тех немногих населенных пунктов, которые там есть. Если мы будем иметь возможность круглогодично через вот морской путь завозить эти грузы и вывозить, может быть, продукцию какого-то недропользования, которую будем там получать, то это очень большое дело. Это действительно приоритетная задача. И все же итогом неудачной экспедиции Ермака в 1901 году стал отказ от использования этого ледокола в высоких широтах. Ермаку нашли другую работу. Он занимался проводкой судов в Балтийском море. Тут ледокол показал себя с лучшей стороны. Именно Ермак сделал возможным легендарный ледовый переход кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт весной 1918 года, когда остров стала угроза захвата флота немцами. Особенно ярко проявились возможности ледокола зимой 1937-38 годов, когда в необычайно суровых условиях Ермак практически спас ледокольный флот Советского Союза, освободив из ледового плена целые караваны судов с их ледоколами. Тем временем Степана Макарова назначили губернатором и главным командиром порта Кронштадта. Там Степан Осипович ежедневно занимался еще и научными трудами и следил за международной обстановкой,
и знал, что на Дальнем Востоке назревал очередной конфликт. Китайская империя, изнемогающая под грузом внутренних проблем, перестала быть серьезным соперником России в этом регионе. А вот Япония, благодаря радикальным реформам, буквально вырвавшаяся из Средневековья, стремительно догоняла великие державы. Степан Осипович не сомневался, дело идет к войне. Еще весной 1900 года адмирал доложил наверх свои соображения по этому поводу. Так оно и получилось. Ляодунский полуостров с морской базой Порт-Артур китайское правительство передало России в аренду на 25 лет в 1898 году. В 1901 началось возведение крепости. К 1904 году выполнили около 20% объема работ. В порту базировалась первая тихоокеанская эскадра адмирала Старка, в которой были 7 броненосцев, 9 крейсеров и еще более 3 десятков вымпелов. Японская эскадра без всякого объявления войны напала на Порт-Артур в ночь на 27 января 1904 года. Из строя были выведены несколько сильнейших кораблей русского флота на Тихом океане. Боевой дух личного состава был подорван. Макаров говорил, что когда станет совсем плохо, пошлют за мной. После истории с повреждением большого количества кораблей были подорваны 2 броненосца, «Царевич» и «Ритвизан». Были подорваны еще несколько кораблей. Было решено направить туда Макарова. Макаров очень быстро собирается. Берет с собой, если не ошибаюсь, несколько сотен мастеровых. Ремонтировать корабли надо. И едет прямым поездом туда, специальным поездом. Он провел в Порт-Артуре приблизительно около месяца всего-навсего. В день его прибытия удалось тронуть с места один из подорванных броненосцев и везти его в док. В Порт-Артуре Степан Осипович с утроенной энергией взялся за дело. Уже на следующий день после его прибытия на место на внешнем рейде были затоплены 3 вражеских парохода – «Хайлар», «Харбин» и «Шилка». Что сделало внезапный прорыв японцев трудно осуществимым. Была создана постоянная активная оборона рейда из береговых батарей, канонерских лодок, дежурного крейсера, миноносцев и катеров. На третий день Макаров, державший свой флаг на броненосце «Петропавловск», вывел часть эскадры в море для учения. Мероприятие прошло на троечку с минусом, но Макаров не унывал. Он ежедневно рассылал приказы, рапорты, делал запросы, занимался постановкой минных заграждений, углублением фарватера, снабжением, дисциплиной, береговыми батареями. Глядя на своего командующего, подтянулись офицеры. Все были заняты делом, все на кораблях. Никаких посиделок вечерами в портовых ресторанах, как было еще совсем недавно. Глядя на офицеров, по-другому начали относиться к службе и матросы. Значительно снизилось число нарушений дисциплины. Прибытие Макарова изменило в Порт-Артуре многое. Адмирал старался как можно больше участвовать в походах своих кораблей. Дело в том, что Порт-Артур среди моряков назывался исключительно как «Порт-Артурская ловушка». Почему Порт-Артур не любили? Вы, наверное, знаете, что первая атака, успешная атака японцев на Порт-Артур была произведена ночью, когда российский флот стоял на внешнем рейде. Почему он стоял на внешнем рейде? Есть легенда, которую любят тиражировать, о том, что были именины жены адмирала Оскара Старка, и там находились все моряки. Это вранье. Все находились на кораблях. Почему они стояли на внешнем рейде? А потому что выход из Порт-Артурской бухты был крайне неудобен. И выход этот занимал очень длительный срок. Макаров научил эскадру, заставил буквально эскадру выходить сходу за время высокой воды. Вся эскадра стала успевать. В ночь на 13 апреля один миноносец, страшный, отстал от своих, заблудился в тумане и был атакован японскими кораблями. На помощь ему поспешил крейсер «Баян», но не успел. Страшный японцы потопили, а подходящий «Баян» обстреляли. Макаров велел бить тревогу и вышел из гавани на Петропавловске, прихватив с собой еще один броненосец и 4 крейсера.
Вскоре показались главные силы японцев. Русский адмирал присоединил к своему отряду еще два броненосца и вышел навстречу противнику. Это были последние часы его жизни. Японцы заметили то, что эскадра всегда выходит одним и тем же курсом следует. При этом Макаров всегда идет впереди на флагман. На месте прохода эскадры были установлены несколько минных банок. Потом при тролении обнаружили в тех местах еще несколько. Макаров проводит последнюю ночь в одной из канонерских лодок. Его предупреждают о том, что японцы странно себя ведут, вполне возможно, ставят минные заграждения. Он приказывает протралить этот участок, то есть убрать мины. Приказ почему-то выполнен не был, либо выполнен не до конца. Утром Макаров не поинтересовался тем, выполнен ли приказ. Он просто повел эскадру, и этим дело кончилось. Самое интересное в том, что тело Макарова не нашли. Нашли только шинель. Возможно, оно осталось в боевой рубке. Возможно, оно где-то до сих пор лежит рядом с остатками Петропавловска. Вместе с адмиралом на броненосце в тот трагический момент был выдающийся художник-баталист Василий Верещагин. Ему шел 62-й год, и это была далеко не первая его военная кампания. Он участвовал в обороне Самаркандской крепости и в русско-турецкой войне. Русско-японская война стала для него последней. Запечатлеть эпизоды этой кампании и самого адмирала Макарова художник так и не успел. Командование русской эскадрой утратило инициативу. В мае японцы провели высадку своих войск на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией. Через полгода осады крепость пала. Через год с небольшим после гибели Макарова катастрофическое поражение 2-й Тихоокеанской эскадры в сражении при Цусиме поставило кровавую точку в этой войне. Мог ли Степан Осипович предотвратить столь трагическое развитие событий, если бы не погиб? Гадать сложно. Бесспорно одно. Всю свою жизнь он преодолевал неблагоприятные условия, непонимание вышестоящих, действия противника на войне, погоду в море, натиск льдов. И многое у него успешно получилось. Он заложил фундамент современного военного кораблестроения, стал основоположником теории живучести и непотопляемости, создал минное и торпедное оружие, внес большой вклад в океанографию. Огромный опыт, который он передавал другим. Надо еще отдать должное, что он мог обучать. Вот. Это тоже очень важно в военно-морском флоте. Он подготовил плеяду офицеров, которые командовали кораблями, которые впоследствии командовали флотами. В общем-то, так вот. Ну и по полярным исследованиям. Это он сделал очень много, заложил. И потом, вот, когда в 30-е годы уже в Советском Союзе начались полярные исследования, его труды использовались, его опыт использовался. Почему ему придают большое значение, и его память увековечена, в его честь названы военно-морское училище, ну теперь институт там во Владивостоке, гражданский университет морского и речного флота, который имеет несколько филиалов по всей стране. Вот. И Макарова знают, Макарова помнят, Макарова чтут. Именем знаменитого флотоводца назван российский фрегат «Адмирал Макаров». Его спустили на воду в 2015 году. Так что до сих пор Макаров остается в строю, демонстрируя свою непотопляемость и живучесть.